А вот сколько будут зарабатывать казахстанцы, озвучил премьер-министр. Он прогнозирует рост зарплат в следующем году. По его данным, в 2023 почти 4,5 миллионов граждан получат социальные выплаты на общую сумму в 4,6 триллионов тенге. Смаилов также заверил президента, что правительством будут предприняты все меры по реализации предвыборной программы. И экономика страны будет расти. Правда, с такими прогнозами не согласны некоторые экономисты. В частности, по поводу повышения доходности населения у экспертов есть сомнения. Они считают, что 4,6 миллиарда тенге на соцвыплаты премьер-министр может и не найти. А если все-таки такие средства изыщут, то лучше эти 10 миллиардов долларов потратить на другие нужды. Если реально такие деньги есть, я соглашусь, что какую-то часть, 10-20%, можно было бы направить на увеличение социальных выплат гражданам Казахстана. Но основную массу этих денег, 70-80%, я считаю, надо направить на более актуальные проблемы инфраструктуры государств, на энергосети, на теплосети –